вы смотрите канал улицы Москвы. Мы в этом выпуске прогуляемся по 4 и 5 Неклюнинским улицам. Туда вот основная часть Москвы, видны дома района Строгино. Так, а мы сейчас в Микинино, который тоже является частью Москвы. Что интересно, территория, где располагается станция метро Микинино, является частью Красногорска. Были мы уже на 1-й, 2-й, 3-й Микининских улицах. Мы сейчас прогуляемся по 4-й и 5-й. По 4-й, понимаю, переходит во 2-ю. Там колоночка осталась. Те высотные дома, что вы видите по центру кадра, являются частью Красногорска. К сожалению, здесь вот место не очень приспособлено для передвижения пешеходов. Ну что с этим поделать? Так, какие еще старые домики сохранились. Помню еще совсем другие времена. Машины летают просто. На место ходит, наверное. Вот, кстати, тут даже видна гора вот эта Снежкома. Сооружение, точнее, если посмотрите прямо. Так, надо повернуть, наверное. Туда влево будет уже 2-я улица. Вот здесь 5-я. 5-я Микининская. Тоже она узенькая. Ну тут вот 2-я, 4-я такие широкие оживленные улицы. 1-я вообще де-факто не существует. Поскольку оно... По ней прошел забор частной территории. Но вот 3-я, 5-я такие небольшие узенькие улочки, однополосные. А вот то красивое здание, это уже город Красногорск, и там вот действительно живописно. Это окрестности правительства Московской области. Вот интересно, у Микинина со всех сторон. И вот это, кстати, тоже часть 5-й Микининской улицы. Ой, показывают у нас. Показывают, что аккумулятор садится. Ну ладно. Собакевичи тут гавкают, конечно. Такое вот ходить в таких местах тоже, где много частного сектора. Удовольствие тоже не всегда доставляет. Ну вот. Такая вот 5-я Микининская улица. Район Кунцево, напомню. Официально считается именно этим районом,
несмотря на то, что в ближайшее метро, наверное, будет Мекинино. То есть место между Кунцево и Мекинино есть еще Крылатское и Строгино. Но вот это почему-то считается районом Кунцево. Ну все, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Улицы Москвы. А мы будем закругляться.